Ты тебя просмотрел? Да. Ну вот Санечек нас, наш волгоградский, которому мы делали паспорт. Санек, зацени, пожалуйста, братское сердце, для нашего канала. Номер паспорта? Не, закрой циферки, просто покажи, что он у тебя есть. Салют не пускают. Ну да, ребята, видели. Вот паспорт готовый у чувака. Санька, ну а что там, насчет работы что-то, да, устроился? Ну я так на подработке. Не видел. Ну как, дворник, лед. Угу. А вы боитесь здесь? Да? Все равно, я на другую работу в любом случае. Я не слышу, что? Вы боитесь? Ну что-нибудь по это, по качественнее, да, по деньгам, конечно, да? Конечно. Ну и слава богу. Следующую только неделю зарплат, конечно, будет. Слава богу, слава богу. Ну, а так нормально. Главное, спорт. Понял. Остальная ерунда. Манюнька здесь у нас. Манюнька, мажешь синяки, не? Куда мазь? Или потеряла уже мазь? Там не запились, только нашла. Есть мазь? Нашла. Какую нашла? Я тебе покупал. Я копал нашла. А, понял. Блин, неужели такие приколы сейчас? Ай, губа довольный. Какой, а? Что, насчет... Девушка, вы работаете? Насчет чего? Я, конечно, старый волчара. Насчет чего хитрый какой? Красивый. Наш подписчица. Ты, может, бухой был, да, не помнишь? Посмотри на фигуру, что ли? Ты бухой не помнишь? Она уже приезжала все два раза. Она приезжала, когда еще галюч, по-моему, да? Нет. Что, космос где? Там? На шестом? Так, ну все, мы сейчас от Сани синего там продукты отвезли туда-сюда. От Сашки от синего идем. Продукты купили ему там туда-сюда. Я даже не ожидал. Нихуя у вас тут алки. Ёп, твой. А это... Да кто, Миша башляет, да? Он же у нас заработает. Я понял. Саша? Да. Да, они уже приезжают. А, да, они сюда приезжают. Не так. Пускай прыгнули. А, девушка, ничего себе. Вот это такси. О-о-о-о. Вот это у девушки такси. Не говори, вот это да. Ну, да. Вот это номер. Ты смотри, как у девушки этот... Да, да, да. Телепогон. Телепогон звезды. Да, да. Такси, девушка. Оказывается, у нас теперь... Все, полицейские... ребят, всех благ. Подпишитесь на канал. Они же проехали. Передали нам вот такую вот обувь. Размер. Размер. Какой размер? 42-й. 42-й. Ну, вот я померил по своей ноге. Они узкие. Не знаю, кому... Черному так презентовали, но не налезут они на него. У него нога, как у меня. Так что будем искать Золушку. Вот такие вот сандалики. И вот такие. Вот эти, может быть, или Сашке пирату подойдут, или, может, Маньке. Не знаю, каких у нее размеры. Схожу, передам. Ольга, огромное спасибо вам. Вот. И, значит, сегодня я сходил, получил доляры. Доляры. Вот, Сашке синему перевел переводик на карту. Это от подписчика из США на восстановление паспорта Сашку. Так что, Сашочек, собирай. Будем делать паспорт. Все. Газуем дальше. Уважаемые подписчики и уже вошедшая в традицию наша рубрика благодарности нашим дорогим подписчикам за донаты. Перечислю людей, которые донатили. Спасибо вам огромное. Постригайло, наш 5000-й Свиридова. Я так понимаю, какая-то родственная связь есть между этими людьми. Филудин, дед, салам алейкум тебе, спасибо огромное.
депутат справедливый, особая благодарность за помощь, за поддержку. Махачкала ребятам всем спасибо. Ростов тоже благодарочка. На Сбербанк переводили Екатерина Валерьевна, Татьяна Владимировна, Геннадий Павлович, Светлана Геннадьевна и Ирина Николаевна. Огромное вам спасибо за переводы. Также Галина Владимировна А. Неизвестна там фамилия, не пишется, к сожалению, в Сбербанке. Любовь Дмитриевна М. Андрей Сергеевич А. И Ангелина Сергеевна А. Вам огромное спасибо, здоровья. На донат алертс переводили Наталья Эдди, Олимпиада и Женя. Вам огромная благодарность. Спасибо, что поддерживаете канал. Спасибо, что поддерживаете наших подопечных бомжиков, наших друзей, товарищей, оказавшихся в беде. Дай вам Бог здоровья, пусть в тысячи раз прибавится вам. Так, ну и топая на работу, вот наш самый главный, блять, уже он мокрый нахуй, ёпта твою. Доброе утро. Как ваше драгоценное? Хотелось бы было лучше. Я понял. Это, мне некогда, дойдешь сам, купишь, что тебе надо. 100 рублей у меня есть. Передала подписчица Ольга четверым людям по сотке. Вот. И это, вот с этой проблемой, видишь, ты опять это, ночь у тебя удачная получилась. В плане твоего, твоих почек, блядь. Вот это Ольга, я забыл совсем. У меня дома лежат, это не смешно, восприми это как нормальную ситуацию. Ты мне нужен чистый, здравый, понимаешь? Ты не забывай, что я бросил это дело. Мне люди 6,5 тысяч человек каждый день напоминают о тебе. Понимаешь, да? И я сам по тебе помню. Я тебе говорю. Послушай меня, что я хочу сказать. Про колодцы? Не, имею в виду про то, что у тебя мокрые штаны нахуй опять. У меня есть памперсы. Каждый день я тебе могу по памперсу приносить, на дальняк сходишь. Одевается так, штаны не надо снимать, смог. Понимаешь, какие, да? Вставляешь, на боках застегиваешь. Взрослые памперсы. Ну, блядь, если такая ситуация, пока мы не вылечились, пока у нас нет возможности лечь в больничку, давай так, восприми это не как насмешку там что-то, а как здравую херню. Кусануть нету у меня. На, короче, еще сотку. Купи пирожок себе и эту. И пиво. Не покупай чекушку. Купи пирожок. Ой. И баклажку. Да, блядь. Ну, блядь, когда ушел от тебя. Да, ну, опасно. И в понедельник готовься в баню. Это все лирика. Чего у тебя, курить нету? Не знал, блядь. Одеваться. Космос, ты слышишь, о чем я тебе сказал? Не покупай чекушку, блядь, не ищи еще, блядь. В принципе, слышишь? Тебе хватит. 116 стоит чекушка и 70 рублей пирожок. Тебе хватит. Лучше чекушку тогда купить, чем эту пойло вот это, алку лимон. Хорошо. Ноги не трут вот эти башмаки? Нет. Этих не видишь? Никого я не видел, я бегу мимолетом, летаю по Москве и сейчас бегу. Уважаемый деятель. Не знаю. Космос, возьми себя в руки, я тебя задолбаю нафиг. Так а я готов, Сань. Ты заметил? С завтрашнего дня я прихожу утром, я даю тебе по памперсу, одеваешь его, понял? Слушаю. Ты понял меня, нет? Да. Чтобы ты не ходил мокрый и не вонял. Значит, в понедельник я тебе приношу утром новые шмотки, идем в баню, эти я забираю стирать. Понял, да? Да.
Сегодня пятница, к сожалению, тебе, блядь, ой, прости мою душу грешную. 3 дня надо проходить так. Ходи хоть на дальняк, руки мой, отряхни куртку. Немножко поддерживай себя. Помоги мне, я не могу с тобой, как с ребенком, целый день сидеть. Я согласен. Согласен. Вот я вечером пойду, 11:00 вечера, посмотрю, как ты выглядишь. Как ты меня услышал. Как ты меня любишь, посмотрю. Все, Кос, давай, чеши в магазин, я пошел на работу. Да у меня... Сыт, чё? Тут где-то должен быть, блядь, этот, блядь. Кто? Губа, блядь. Да забей ты на всех, Губа, двигайся по-своему, не нужны они тебе. Дойди до Бристоля, попроси кого-нибудь мужика, если тебя не запустят в магазин, чтобы он купил тебе чекушку. И по дороге здесь пирожок себе возьми, 70 рублей вот этот здоровый пирожок стоит. С курицей или с шашлыком? Да. Как раз. 70 рублей пирожок, 116 чекушка. Сигареты там тебе хватит до обеда, а там стрельнешь у кого-нибудь. Я стрельнулся. Да. Все, я полетел. Давай. Давай. Здравия желаю. Граждане бандиты. Передала подписчица. По 100 рубасов космосу я отдал. Да, девочка. Ольга, Ольга. Короче, есть, ну, обувь у вас нормальная более-менее, да? Да. У меня пока... Знаете, я бежу. Брат. Тебе не передали. Ты, говорит, и так богатый. Саш. Помню, пока нету ничего. Обувь есть. А, ну да, там хватает. Молодчага. Возврат. Че это? А что это за очкарик? Заебал. Так, я на работу лечу. Что? Кто по работе не звонит пока, не знаю. Тихо. Да. Я все помню, ну, блядь, Москва не сразу строится. Валера, я буду ждать сюда. Саня. Ой, Саня. Валера, это... Уже достал, да? Стрессовый этот урод, блядь. Над тобой там угорают, как ты вчера предложил космосу чеснок на рану. Какие люди. Здрасте. А что угорают? Как можно открытую рану чесноком лечить? Я не люблю, вот когда нервоз выносят, блядь. Только больно. Солью нет, чесноком. Он убегал. Блядь, на рынке колонку загнать. Так, ну ладно. Здравствуйте, мужчина. Вот. Как ваше драгоценное здоровье? Я поклонился еще раз. Извините, как вот. Кто такой? Как у тебя? О, музончик. Не нашел я пока флешку, и ты не нашел, да? А? Да, флешку, да. Подписчица передала вам по 100 рублей. Я там ребятам раздал тебе, соточку. Я знаю. На портвешок. Я знаю. У тебя какой размер, Сань? Обуви. 41, 42? 41. У меня есть двое ботинок там. Я где ты будешь вечером поздно? 10:00. Здесь я сижу до работы. Я понял. Я 10:00 приду, там какие-то выберешь. В этих, наверное, уже жарко, да? Да. Я сейчас на работу еду. Я уже... Спать будешь? Нет, ну, словимся, может, завтра утром. И еще, знаешь что, я забыл ребятам сказать. Скажи, значит, Губе, Маньке, Черному я сам позвоню. Ты... И пока, блин, больше не помню, кто. Короче, один подписчик... Слушай, один подписчик в следующую субботу... Ты послушай. Один подписчик в следующую субботу... Да, блядь, ты меня слышишь? Нет? Дай сказать. Бля, ты уже пьяный, Сань. Я понял, тебе бесполезно говорить. Сказать мне можно? Можно. Подписчик в следующую субботу пригласил нас в баню. Накроет стол, да.
да, за каждый... Шашлык? За каждый, да. Шашлык, машлык, все дела. Понял? Да. Передай губе, Маньке, и ты, губа, Манька и Черный поедут, и я с вами. Не знаю, я не постоянно. Да. Это в следующую субботу, через неделю. Здорово, да. Все да. Он передал там денежку, я еще здесь вам поляну накрою. Покушаем хорошо мяску, шашлык там все дела. Да. Попозже, на днях. Эй, блогер нахуй пошел. Я понял. Что там, Вадик живой? Вадим. Я Вадиму нахуй послал, иди нахуй. Я понял. Нахуй. Ладно, Санька, я на работу, тороплюсь, уже опаздываю на час. Все, давай. Это, Сань, привези мне, пожалуйста, я тебя прошу, футболку, рубаху и свитер, пожалуйста. Тебе вшивый. Опять вшивый? Ну будет, принесу. Ну, пожалуйста. Принесу. Мне завтра можешь привезти? Сань, задолбал ты, веди себя прилично, блядь. Напился. Твоя мать. Я услышал тебя неделю. Неделю уже вшивый хожу. Не ной. Будет шмотка, я принесу. Сейчас пока есть обувь. Для тебя и, наверное, для Маньки. Какой у нее размер? Ты прокашляешься-то нормально. Да? Все, я тебя услышал. Рубашку, майку. Я понял. Ты там у себя, слышишь, что говорю? Ты там у себя под платформой поменяй эти одеялки нахуй. Выкини их нахуй. Положи другие, найди. Не могу. Ладно, все, давай, я полетел на работу. Чего, когда привезу? Шмотки. Шмоток у меня пока нету. Будут, привезу. Мне шмотки нужны. Ты меня слышишь или нет? Или напился, ёб, Саня? Мне нужны шмотки. Блять, баран, ёб твою мать. Иди, заебал. Есть баран. Ты меня слышишь? Нету пока. Будет, я принесу. Сейчас есть обувь. Я тебе сказал, в 11 часов вечера сегодня будь здесь. Я принесу ботинки нормальные. Я не буду, я спать буду. Или завтра утром состыкуемся. Да. Да. Не еби мне мозг, на. Вот такое время приезжал бы и все. Я сейчас не могу, я сейчас дней 10 буду очень сильно занят. Забил ты. Все, я понял, ты меня не слышишь, ну тебе нахуй. Пошел я на работу. Саня, это моя труба. Все, давай. Блять, напьются, ёпты, хуй что докажешь. Всем привет. Я сегодня хочу выразить огромную благодарность подписчику из США. Большое спасибо. Деньги я получил, которые предназначены для восстановления моего паспорта. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем здоровья, добра и успехов в задуманном. Вот такой, ребята, получился ролик. Стандартный рабочий день. Вот, теперь идем работать на другую работу. Всего хорошего. Всем подписывайтесь на канал. Просматривайте, пожалуйста, друзья, кто вновь подписался. Хотя бы по минутке для общего познания, о чем канал. Просматривайте ролики, которые были ниже раньше. Месяц-два, год назад. Ходите в курс событий, задавайте вопросы.
Можете в WhatsApp, можете в комментариях. Все читаю, всем отвечаю по мере возможности. А на конкретные вопросы, естественно, отвечаю. Плюс еще есть личные контакты. Ставьте лайки, пишите комментарии. Огромное всем спасибо за поддержку. Еще раз говорю, что не ожидал, что будет такая помощь в данной сфере. Значит, делаем добро. Всех благ.